подручный столивара 6-го разряда. Мои обязанности входят выпускать сталь и руководить бригадой. Мы производим дорогостоящее, качественное железо. В один час можем выпустить 120 тонн. А мартеновская печь за 8 часов это делала. Печка состоит у нас из трех частей. Она полностью вся круглая и сверху крышка. А как узнать, когда пора сталь выпустить и какой химический состав? Для этого я еду на тракторе, на котором приделан хобот. Я подъезжаю, убираю эту шахту и освобождаю окошечко, с помощью которого мы можем узнать, какой химический состав в данный момент этого железа. Потом я иду на выпуск и выпускаю ее. Вот тут и начинается весь процесс. Вот это как северное сияние. Это красота. Но это мужская специальность. Здесь каждую плавку нельзя предвидеть, потому что одинаковых их нету. Сталь не любит ошибок.